крылья на Lexus IS200 плюс 20 миллиметров. Так, кромочка. Кромочка у нас вот такая. Можно ее расточить до талого, если у кого уж совсем близко к крылу. Ответка у нас по умолчанию идет под рестайл фару. Вот ксенон. Если ставить фары под галоген, то будет только верхнее крепление работать. Нижнее работать не будет. Ну, чуть попозже мы доработаем, там такой вставыш сделаем под дорестайловую фару. Все отверстия намечены, но не вырезаны. То есть вот видно отметки. Лучше резать все по месту, чтобы лишних дыр не наделывать. Стоимость 12 тысяч за комплект для России.